У меня есть три новости. Я получила сегодня первую зарплату. Так что пойдем сегодня тратить. И умолял меня: Оля, пожалуйста, купи мне со своей зарплаты хоть что-нибудь. Вам будет очень сложно и плохо, и страшно. И типа с таким уровнем языка у нас не учатся. И после этого я капец как боюсь туда идти. Ребятки, привки, добро пожаловать в новое видео. Это будет влог, как всегда, нашей жизни в Польше. Я, наверное, начну с того, что у меня есть три новости. Одна из них не очень хорошая. Ну, как бы она такая, для меня не очень хорошая. А две очень классные. Начнем, наверное, с плохой, чтобы ее быстренько закрыть хорошими новостями. Значит, первая новость, что я до сих пор не могу никак дозвониться до клиники, где мне нужно пройти обследование для работы. Они не поднимают! Я не понимаю, что происходит. Возможно, я уже думаю, что они там болеют все и никак не могут ответить мне на телефон, на этот звонок. Короче, я уже звоню с той недели, я звонила. На этой неделе я звонила. Вот каждый день несколько раз я звоню, вообще меня игнорят. На работе как бы в курсе, что я не могу дозвониться. Я все равно из-за этого переживаю, потому что, ну, как бы незаконченное дело. Вот незаконченное, оно меня гложет. Я постоянно об этом думаю, потому что если бы я это уже все давным-давно сделала, я бы уже спокойно жила, переживала бы за что-нибудь другое. Поводов для переживания хватает. В общем-то, потом перейдем, наверное, к хорошей новости. Хорошая новость: я сегодня утром прошла обследование для школы. Ура! Хоть что-то хорошее случилось. Все было нормально. Мне нужно было пройти окулиста только. А, я сдала кровь, но это уже давно было, сдала кровь. Потом пришла в эту клинику, сказала, что я уже сдавала кровь, но я болела, и мне нужно возобновить обследование. Они сказали: хорошо, приходи, пройди к окулиста. И вот последний кабинет, где вот уже выдают такую бумажку, что заключение, вот, наверное, заключение. Выдают такую бумажку, что типа ты все прошел, здоров, жив, иди учись. Вот, это хорошая новость. Ну и последнее, я ее приберегла на самое горяченькое. Я получила сегодня первую зарплату. Счастья нет предела. Ребятушки. Вот, я так рада, потому что так неожиданно. Не знаю, я еще так мало работала. Ну, сколько я там в том месяце? Неделю проработала и болела две недели. Но вообще я все равно рада, приятно. Так что пойдем сегодня тратить. Или завтра. Мне еще сегодня на работу идти. Мне сегодня 15:30. Поэтому я как бы, можно сказать, на вторую смену. Поэтому сегодня я уже, наверное, тратить не пойду. А вот завтра... Может, и сегодня еще потратить. Сегодня? А! Вот посмотрите на Сашка. Сашок, здравствуйте, скажите, пожалуйста. Он, как всегда, работает. А, еще, знаете что? Мы забыли сказать, к нам... Так вот, чтобы было меня видно. Еще нам звонят с нашей риэлторской конторы, или как ее назвать, и хотят... Название. Блин, ты не в фокусе, Сёшка. Вот. И хотят, чтобы мы пустили их в нашу квартиру. Пустили их в нашу квартиру, и что-то они хотят тут посмотреть. Разведать. Ну, мы не знаем, что именно, но мы сказали: окей, приходите. У нас есть на что пожаловаться. У нас есть пару трещин в стенке. Пол плохой. Пол плохой, он изначально был какой-то. Ну вот, я уже собираюсь на работу. Хотела рассказать, что я всегда заплетаю колосок или хвостик. Ну, сейчас под шапкой с хвостом неудобно ходить. Но я обычно стараюсь тогда колосок, потому что когда волосы мешают во время работы, это не очень хорошо. Поэтому я всегда заплетаю колоски, и тогда волосы не мешают. Очень важная информация. Помните, еще когда-то давно, не знаю, в декабре еще, мне пришел адвент-календарь, может, даже в ноябре, с косметикой. И вот один кремушек я закончила, хотя я уже много чего закончила. И это крем для лица, и вот уже прям там все закончила. Я вообще ничего не поняла.
ну, он ничего не делает, ну, просто гладкое лицо. Но гладкое лицо не делает любой крем. Этот крем, купленный в Польше, он тоже мне делает гладкое лицо. Ну, просто я, конечно, в этом не разбираюсь, но я ожидала чего-то большего, наверное. Ну, не знаю, как по мне, так можно купить в таком непремиальном сегменте себе косметику. Вот это одна из них, я их купила в Росмане. Там точно не премиальный сегмент. Ну вот от этой маски я, конечно, тащусь. Она мне действительно очень понравилась. Такая там внутри. Она такая, как водоросли. И пахнет водорослями. Такая вот зелененькая. Вот она классная, мне она понравилась. Я ей пользуюсь с удовольствием. Прям не то, что рекомендую. Я не могу рекомендовать такую дорогую косметику. Но мне кажется, что и в Росмане можно найти примерно что-то такое же. Но после нее лицо, конечно, такое чистенькое, гладенькое. В общем, просто очень приятно. Но эту бы штуку я себе точно купила. Это для волос. И мне нравится, что ее нужно намазывать. Ну, как бы наносить на волосы после того, как уже вышел из душа. Ну, как помылся. То есть не обязательно сушить там феном, и ее не нужно смывать. И это мне вообще нравится. И она волосы делает настолько рассыпчатые и мягкие. Вот эта штука мне понравилась, она закончилась, к сожалению. Я не хочу пока выкидывать баночку, потому что, надеюсь, найду в большом варианте, чтобы не забыть, как называется. Возможно, куплю себе через пару месяцев. Надо еще обдумать такую покупку. Ребятки, спросите меня, что же я себе купила с первой зарплаты? А я вам отвечу. Конечно же, жалеек. Выбрала тут таких два варианта. Кисленькие и какие-то мягкие сердца. Ну и, конечно же, Рафаэлку. Я решила взять самую огромную. И Сашка сегодня будет пить за мой счет. Сашке мы купили венца. Саша посмотрел в приложении Vivino вот это вино, и у него там очень хорошая оценка. И умолял меня: «Оля, пожалуйста, купи мне со своей зарплаты хоть что-нибудь». Ребятки, я шучу, конечно. Я шучу, шучу. Он так не говорил. Но смешно. Если бы он так сказал, я бы долго хохотала. Короче, как вы понимаете, у меня будут вот эти вкусняшки. У Сашки будет вино тоже с этими вкусняшками. Вот и настал тот момент, когда мне нужно вести обследование в полициальную школу. Но вот знаете, я как-то очень дико боюсь туда идти. Прям катастрофически. Потому что я когда подавала документы вот в эту школу СКК, то мне там на берегу, просто на берегу отсекли все желание. Мне так, ну, не грубо, но, наверное, грубо, да, Саш? Ну, в такой форме она мне сказала: вам нечего делать с вашим уровнем языка в школе, потому что вам будет очень сложно. Она, короче, очень долго там вот говорила, наверное, минуты три. Типа, ну, она не сказала: подумайте, идти или не идти. Она сказала: вы знаете, вам будет очень сложно и плохо, и страшно. И типа, с таким уровнем языка у нас не учатся. И всякое такое. И после этого... И после этого я капец как боюсь туда идти. Я все время как бы думала, что все полициальные школы принимают таких вот, как я, типа. Ну, как косинус. Я думала, в косинусе мне вообще слова никто не сказал. А тут мне так сказали, и я теперь туда боюсь идти, капец. Вот сейчас повезу бадание, обследование. И, короче, и к чему я это все? Сашка, держите за меня кулачки. Сашка говорит, все будет нормально. Ты так говоришь? Вообще. Думаешь, она просто так меня припугнула? Да, да не припугнула. Надо было заполнять бумаги, сказать. Ну да, я, прикиньте, я уже заполняла бумаги. Вот я уже практически все. Ну, то есть бумаги, чтобы меня приняли в школу. И она услышала, что я разговариваю с Сашей на русском. Ну, с ней-то я говорила на польском, Саш. И она сразу: знаете, вам будет сложно. Просто читала мне так. Обязательно, если вы будете пропускать. Она, возможно, так мне сказала, потому что она думала, что я хочу
по полицейской школе получить карту побыта. Научиться там всего год. И плюс я ей сказала, что я уже как бы практически работаю. Она мне не поверила. В итоге не поверила. Короче, такой ужас. Мне теперь идти туда. Мне страшно. Люди, очень страшно. Вообще, когда такая ситуация... Ну, возможно, конечно, как бы она права. Возможно, конечно, она права, потому что у меня не идеально польский. Я могу, ну, не понять многое. Тем более, там все-таки экзамены и всякое такое. И пугают они постоянно. Вообще, у меня боязнь школы. После косинуса у меня капец какая-то боязнь школы. Потому что косинус у меня был нулевой, вот нулевой уровень языка. Сейчас уже хоть что-то, хоть 0,2, хоть 0,1, и все равно я до сих пор страшно, и тем более после того разговора. Блин, наболтала на 3 минуты. Ну, ребята, ну, в общем, картину вы поняли. Все, поедем в это СКК отдавать. Вот так эта школа СКК, так вот выглядит. Папочка. Так, ну все, мы сходили в полицейскую школу. Ура! Так быстро и легко все прошло, но да. Главное... Я зря боялась, на самом деле. Но главное новость, что учеба будет онлайн. По крайней мере, в начале. Да, я так счастлива, вы не представляете. Я так хотела, так боялась. И из того, что я слышал, когда ты рассказывала историю первого похода, ну, преувеличивала, как, ну, чуточку преувеличила. Да я реально помню именно три так. Минуты. Мне кажется, она мне 3 минуты отчитывала. Нет? Ребята, ну, минутку, Макс. Кому вы верите больше? Напишите, пожалуйста. Мне или Сашке? Как ты думаешь? Ну, не знаю. Короче, но на самом деле я очень счастлива, что будет онлайн. Я чуть там прям в кабинете не прыгнула от удовольствия, когда это услышала. Ну, по крайней мере, хотя... А, и занятия у меня уже начинаются вот на эти выходные, она сказала. Да? Да. Так что все, начинаю. Скоро вот сейчас я так рада. Да, я сейчас так рада, это занятие онлайн. Ну ладно, это я переживу. А сейчас мы знаете, где находимся? Мы тут, когда вот переехали в Польшу, ну, конкретно в Лодзь. Да. Наверное, на второй, третьей неделе. Не-не-не, летом даже. Летом, да. Еще там 3 недели не прошло, а мы уже вот здесь, на воздушном шаре. Поднимались. На высоту там, да. 10 метров. Классно. Да. Не, ну прикольное воспоминание. Да. Было дело. Ну все, так что все нормально. Держите за меня кулачки, как и держали, пожалуйста, тоже держите. Сложности да. Не заканчиваются. Ну на самом деле, когда ты идешь и делаешь, то оказывается не так страшно, как ты еще не дошел, а я уже такая надумалась, и все будет плохо, да. Все будет ужасно. Самое ужасное всегда в ожидании. В голове. Вот в голове у меня там столько мыслей, а вообще трус еще тот. А когда прихожу и начинаю, и я обычно не одна, а Саша, когда мы приходим, что делаем, да, сразу типа, блин, мне было так сложно. Все проще и легче. Все, короче, наговорили уже много. Оставайтесь на линии, ребятушки. Встретимся скоро.